На очередном заседании комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление земельных участков для многодетных семей был утвержден перечень земельных участков, подлежащих распределению среди семей, в которых воспитываются трое и более детей. К сожалению, пока этот перечень невелик, в нем всего два участка, но их расположение весьма выгодно. На обжитой территории по улице Школьная, по соседству с уже построенными домами, в непосредственной близости от инженерной сети, центральное отопление, водоснабжение, электроэнергии. Вопрос канализации здесь будет решен посредством установки группового или индивидуального септика. Словом, со всех сторон эти участки выгодны, а единственный минус – их малочисленность. На эти два участка нами уже получены технические условия для подключения к инженерии, что значительно облегчит будущему застройщику вопрос обеспечения индивидуального дома коммунальными услугами, уточняет замглавы Игорь Самойлов. Игорь Владимирович подчеркивает, что ближе к лету в этом же микрорайоне будет сформирован еще один земельный участок. Все они одинаковые по площади – 6 соток. Для выбора участников были приглашены первые очередники. Напомню, потенциальных претендентов на землю под индивидуальное строительство в очереди уже 30 семей. Счастливчик под номером один из двух предложенных участков выбрал тот, который ему более приглянулся. В семье Леонида Марчука 7 человек. Проживает большая семья по договору социального найма в микрорайоне геофизики на площади 51 квадратный метр. Теперь у них есть реальный шанс через несколько лет переехать в собственный дом. И, наверное, впервые каждому из пятерых детей реально иметь свою комнату. Второй претендент пока взял тайм-аут, попросив у членов комиссии время, чтобы, что называется, по шагам промерить свой будущий участок на местности. В случае, если по какой-то причине очередник откажется от предложенного участка, он вправе вновь подать документы на предоставление земли. Только, соответственно, станет в конец очереди, а участок будет предложен следующему претенденту. Как бы там ни было, главное, что начало в процессе выделения бесплатной земли в собственность многодетных семей положено, сообщает отдел по связям с общественностью администрации города.